Тилли. А я вернулся. В этом сезоне? Много еды. Выглядит шикарно. Вкуснотища. Летние приключения. И жизнь с моей чудной семейкой. Будет здорово. Это грязь или тушь? Матильда и остальные Рамзи. Я тебя спасу! Лето не перестает удивлять. Особенно погодой. Температура в Лос-Анджелесе достигла 47 градусов. Мы умираем от жары. Самое время отправиться на кухню готовить. Вкуснятина. В моем фудблоге тоже жара. Я только и делаю, что готовлю новые блюда для семьи и друзей. Безоговорочно ставлю 10 из 10. В городе есть одно весьма прохладное место. Сегодня будем спасаться от жары и изучать один из самых крутых видов спорта. Мы встретимся с известными американскими хоккеистами. Готовы? Полный улет. А также увидимся с недолегендой хоккея. Это еще кто? Сегодняшний вопрос дня. Кто из Рамзи лучший хоккеист? Джек, вставай! Мы с девчонками уже собрались, а Джек даже не удосужился проснуться. Я придумала, как вытащить его из кровати. Тилли, это жестоко. Тихо. Будет тебе уроком. Я спокойно спал. Поднимайся, иначе еще принесу. Сработало. Теперь он точно встанет. Три приставучие сестры — это ад. Ничего. Я задобрю Джека вкусной едой, когда доберемся до катка. Сегодня в меню прекрасный теплый суп, вкуснейшие куриные мини-бургеры и десерт в тему хоккея. Фруктовый лед. Начнем с моего любимого домашнего супа с картошкой и луком. Сначала разрезаем вдоль лук-порей. Вкуснятина. Мэгги, тебе помочь? Было бы замечательно. Я не очень люблю порей, но уверена, в твоем супе он будет кстати. Его нужно тщательно промыть. Он растет в земле, и на нем всегда куча грязи. Поэтому я его и не люблю. Картошка тоже грязная. Но ее-то я чищу. Привет, проснулся? Я продрог. Мэг знает, как согреть Джека. Готов? К чему? Я включу, а ты танцуй. Не подсматривай. Только если Тилли потанцует со мной. Холли порежет. Холли порежет? Это вряд ли. Режь вот так. Иди танцуй. Это вряд ли? Все я могу. Было, конечно, красиво, но пора готовить суп. А вы поезжайте на каток. Так и поступим. Холли справилась. Нарежем лук. Далее разогреем сливочное и растительное масло. Туда же высыпаем лук-порей. Оставим минут на 5, чтобы лук размяк. Картофель. Добавим бульонный кубик. У нас куриный, но можно и овощной. Бросаем. Воды нужно ровно, чтобы накрыть овощи. Оставим вариться на медленном огне на 20-25 минут. Ребята отправились на встречу с хоккеистами команды Лос-Анджелес Кингс. Ух ты! Это суровый спорт.
Если экипировка нужна даже юным спортсменам, что говорить о моих сестрах с братом? На мне пустого места нет. Мне до бедер не дотянуться. Не комплексуйте. Ребята, нам пригодится любой совет. Что делать? Обязательно сгибайте колени. Маневрируйте лодыжками. Это агрессивный спорт? Да, есть силовые приемы. Мне страшно. Хоккей – популярный, захватывающий и динамичный вид спорта. Эти крепыши творят чудеса. Но нашим новичкам понадобится помощь больших ребят. Готовы? Тайлер Тоффолли, центральный нападающий Лос-Анджелес Кингс. Мы вас натаскаем. Будете не хуже тех ребят. Поверьте. А его напарник Джек Кэмпбелл – вратарь этой команды. Тебе идет экипировка. Без шуток. Тем временем мой овощной суп почти готов. Добавим молока. Пюрируем. Кто-то любит суп с комочками, кто-то нет. Делайте так, как хотите. И готово! Сфоткаем. Овощной суп согреет ребят на катке. Но сначала они должны его заслужить. Погнали! Джека учат стоять на воротах. Держи клюшку на льду, а потом падай на колени, чтобы закрыть ворота. Такой растяжке можно позавидовать. Да, конечно. Меган и Холли учатся забивать голы. Сгибайте колени. Клюшка поможет вам балансировать на льду. Мэгги, ты чего? Это не фигурное катание. Танцовщица. Первый бьет по воротам. Холли, не ударь в лед лицом. Молодчина. Меган, так ты далеко не уедешь. Как у нее получается? Я всегда лучше Холли. Над этим нужно поработать. Просто катайтесь и пробуйте забить. Я подумала, будет кстати приготовить куриные слайдеры. Слайд в переводе с английского – скользить. Дошло? Слайдеры – это такие мини-бургеры. Вкуснотища. Это куриные бедра без костей и кожи. Ускользнули в кастрюлю. Томатный соус, апельсиновый сок. Звучит странно, но на вкус прекрасно. Затем вливаем куриный бульон, немного меда, вустерский соус и копченая паприка. Соль, перец. Доведите до кипения и поставьте в духовку на 1,5-2 часа. Курица станет достаточно мягкой, чтобы ее измельчить. К моей курочке идеально подойдет легкий и вкусный капустный салат. Режем капусту, натираем морковку. Не пропадать же добру. Высыпаем. Выглядит красочно. Далее зеленый лук. Насыпаем. Майонеза не жалеем. Для пикантности добавим сметану и сок лайма. Да побольше. Тщательно перемешиваем. Вкусно, я даже испачкалась. Вот и булочки для слайдеров и коробочка для упаковки. Обожаю курочку. Познакомим маму с нашим слайдером. Я мини-бургер. А тебя как зовут? Я не буду болтать с бургером. Ну и пока, танк. Почему танк? Однажды я написала письмо директору Тилли. После отправки я заметила, что автокоррекция исправила «С уважением Тана» на «Танк». Танк. Вернемся к курочке. Пахнет отлично. Точно готово. Измельчим курицу для бургеров. Обожаю курочку. Будьте осторожны, горячо все-таки. Разделяем курицу. Вот так. Стряхиваем лишний соус и кладем на булочку. Сверху капустный салат.
Сфоткаем. Вкусная закуска для наших хоккеистов. Идеально. Мама! Да? Ребята там играют с настоящими хоккеистами. Серьезно? Я сейчас к ним поеду. Обожаю кататься. Правда? Кататься на льду в таком возрасте опасно. Нужно держать равновесие. Я за тебя переживаю. Нужно балансировать. Я что, старая? Неловко. Старшая. Я пошла. Развлекайся. Старая? Я еду к ребятам, которые не на шутку разыгрались. Давайте посоревнуемся. В конце двух полос препятствий будет шайба. Кто первый до нее доедет, тот и попробует забить. Так круто! Полный улет! Желаю Меган удачи, пусть хоть сейчас не упадет. Я выиграю. Девчонки соревнуются за шанс забить шайбу. Меган! Должно быть больно. По-моему, Меган перестаралась. Меган проверяют на предмет травмы, так что она...